кажется, что курс мелодики в консерваториях совершенно необходим. И почему-то его никогда не было, даже в XIX веке, когда, так сказать, мелодия была вообще, понимаете, как бы основным выразительным средством, которое, значит, по секрету скажу, и остается. Вот. Дело в том, что просто почему не было такого курса, я не знаю, но отдельные педагоги этим занимались. Цингарелли в Неаполе, как известно, обучал, так сказать, требовал писать в монодии. Беллини у него в классе написал 300 монодий. А ведь результат неплохой, родилась бельканто. Сейчас, может быть, уже это, так сказать, устаревший тип мелодики, но ведь прелестно же, красота какая. Вот. У нас в Питере несколько лет Петр Борисович Рязанов преподавал, был курс мелодики. Но, во-первых, Петр Борисович тогда был, значит, сподвижником великого новатора нашего, тоже забытого, просто это позор, как Мисковский, он не исполняется, Владимир Владимирович Щербачев, крупнейший композитор-новатор, конечно же. И когда Петр Борисович Рязанов вел этот курс, Тюлин вел гармонию, Кушнарев полифонию, это все младшие соратники Щербачева. А Рязанов вел мелодику, и у него учился Свиридов. Как ни там смотри на какие-то его личные высказывания, но крупный композитор, мелодист. И Соловьев Седой. Как ни говори, очень крупный, так сказать, мелодический композитор. И другие. В том числе, кстати, Борис Сергеевич Майзель. Чудный композитор московский, с которым я дружил. Но потом Петр Борисович, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, он отошел от Щербачева, всерьез принял призывы партии и правительства к понятному массовому искусству, и его вот этот курс мелодики как-то скуксился и вообще исчез. Понимаете? Вот не надо эти правительственные указания партийные всерьез им следовать, не надо. Вот это Рязанова погубило, ведь его вещи 20-х годов, какие интересные, запев. Причем он был знаток фольклора. И вот с тех пор, ну вот такой был несколько лет. Между прочим, в Московской консерватории тогда кафедра теории называлась кафедрой мелодики. Но реально этого курса нет, ну и зря. Хотя бы даже история эволюции мелодики необходима. От древневавилонской мелодики, древнеегипетской, древнегреческой, от океании, от африканской, азиатской, американской монодии. И до сегодняшних дней, ну как же без этого курса обойтись, без эволюции мелодики? Наконец, различные типы мелодики, монодия прежде всего, одноголосие. Одноголосие самое сложное, что может быть. Гомофонную мелодику писать легче, и даже полифоническую, даже сериальную. Поэтому мне кажется, что это очень важный предмет. Я как-то углубляясь в него, я вновь вспомнил столько дивных мелодий, что я читаю этот курс, вот я начал его читать в нашей консерватории в порядке факультатива. Ну, думал, человека три придет, ну, несколько десятков в классе не помещаются. Я, конечно, наизусть играю все примеры, потому что я не могу принести 100 партитур в класс. Но оказывается, очень много на слуху каких-то самых разных образцов. Дело в том, что мелодика самое сложное выразительное средство, а не самое простое. Даже бегемот или носорог отличит тембр обвала горного от тембра ручейка или чириканья птички. Так что тембр – прекрасная вещь. Я сам 100 раз подвергался в секретариате Союза композиторов, это уважаемых людей, которых я называю, упреку за то, что играю на струнах, люблю четверти тона, бьют у меня по подгрифнику винтом смычка и так далее, и так далее. Я тембровое открытие очень люблю. Ценю то, что делает Лохенман, то, что до него делали, так сказать, значит, второй авангард и так далее. А сейчас уже, я считаю, третий авангард, где тембр вообще главный, включая электронику, включая конкретную музыку. Это все
Отлично. Но дело в том, что это самое древнее выразительное средство. Оно появилось, когда Всевышний создал нашу Вселенную. Первое, что было, звук, тембр, потом уже ритм. А вот мелодия, она родилась только с появлением человека. И только человек, мыслящий, может отличить одну мелодию от другой. А бегемоту покажется, что абсолютно оно только по тембру отличит. Понимаете? Мне кажется, что это самое сложное выразительное средство, которое эволюционирует и может дальше быть. Более того, я думаю, что после дивного третьего авангарда, который многое открыл, я ценю это, больше ценю даже, чем мини-музыку. Мини-музыка все-таки чем? Она ограничена, что очень уж похожи друг на друга. Мини-композиторы на всех континентах, будь то в Австралии или в Новой Зеландии, понимаете, я не знаю, в Аргентине, в Швеции. Вот эти остинатные фигуры, которые уже у Орфа появились. Понимаете, ну ладно, на здоровье. Все это очень хорошо. И Стив Райх очень талантливый, и другие там есть талантливые, Адамс и так далее. Вот, но не обязательно 280 раз повторять один и тот же короткий мотив. Это тоже какая-то мелодия, кстати говоря. Это одна из разновидностей мелодии. Так же, как и американская коммерческая музыка, поклонником которой я не очень являюсь, мой ученик, ныне завкафедрой Танонов, прекрасно знает и прочтет лекцию об этой музыке. Он сам пишет мюзикл, а я вот мюзиклов не люблю. Ну и что? У Бузони учился, скажем, Курт Вайль, который написал трехгрошовую оперу. Но я не думаю, что Бузони сам стал бы писать трехгрошовую оперу. Конечно, подлежащим является ученик, а не профессор. То есть, каков индивидуальность ученика, вот так с ним нужно заниматься. А не так вот, я профессор, вот мне нравится то-то. Я так вот, ну, тогда, знаете, гибель. Так нельзя ни фортепиано преподавать, ни тем более композицию. Поэтому я взялся за этот предмет не для того, чтобы навязывать что-то кому-то. Ни музыковедам, ни тем более композиторам, а просто, чтобы немножко, так сказать, систематизировать типы мелодики, ее выразительные возможности и различные, бесконечные, различные, так сказать, выразительные средства этого замечательного явления. Вот и все, вся моя задача. Пока что я прошел монодию, гомофонную мелодику. Вот приеду, я пропустил одно занятие, попросил Владимира Владимировича Горячих, любимого ученика Ручьевской, провести. Я даже не вникаю, о чем он будет говорить, о чем захочет, какими хочет терминами, такими и будет говорить. Когда там один-два музыковеда пытаются мне там говорить, нет, вы вот скажите моими терминами, вот у Мусоргского, например, нет трезвучий, я говорю, как, а вот есть, ну есть, но они как бы на такой это фантом, на самом деле их нет. Понимаете, вот это я не люблю, вот эту залу. Что есть, то есть. Если есть, скажем. А вы скажите, это сложный лад, а не тональность. И его составной частью является отдельный тоникальный трезвучие. Я сам учился и у Кушнарева, и у Тюлина, прошел кафедру теории музыки, меня на эти штучки музыковедов, таких средних музыковедов, не проведешь. Я все это знаю. Что нужно, так сказать, то, что есть реально. Вот какие входят тональности в этот сложный лад, тоникальные элементы, тоже их нужно звать. А иногда искусственные лады, иногда такие у Мусоргского есть, которые вообще... вообще не укладываются ни в какой, ни в мажор, ни в минор, ни даже в гамму Римского-Корского, ни в целотонный лад. Это очень интересно. Это все явления монодические, мелодические. Но и с гармонией связаны, с полифонией. Я буду анализировать, конечно, и Веберна, я изучил все его партитуры. Очень замечательная, интересная мелодика в песнях опус 25 и в симфонии. Это все мелодия, очень интересно. Конечно, и Булеза, моего любимого композитора Луиджи Нону, Канто Соспезо,
как он в части, которая, извините, что я немножко заговорился, но такой серьезный мой коллега, как Юрий Васильевич, он, так сказать, требует с моей стороны подробного ответа, тем более о мелодии. Тут есть по тексту, нужна ли вообще сегодня мелодия, может, она кончилась. Да нет, она бессмертна, как музыка бессмертна. У Луиджи Нона в части, посвященной Любе Шевцовой, русской, понимаете, он не читал роман Фадеева. Он знал только ее предсмертное письмо. Так там так тонко отражены, как-то как сюрреалистически преображены звукоряды, трихорды русской песни, что я просто был поражен. И я хорошо знал Луиджи Нона, можно сказать, что дружил с ним. И он обожал Мусоргского. Когда он увидел у меня в комнате портрет Мусоргского, ой, слава Богу, я увидел, наконец, портрет Мусоргского у какого-то композитора. Понимаете, вы не думаете, что это какие-то ненормальные люди, эти авангардисты. Лучшие из них – это грандиозные музыканты, которые впитали в себя все. Я не буду дальше продолжать, но вот, Игорь Васильевич, я надеюсь, вам, так сказать, более-менее ответил, что это. Единственно, избрано это будет? И как? А это вот вряд ли. Понимаете, дело в том, что я сам пока еще недоволен. Мне надо это не 100, а 300 раз проверить. У меня одних нотных примеров там 350. Во-первых, мне просто, ну, все это я не набираю, я, к сожалению, не техник. Мне неудобно эксплуатировать своих студентов, чтобы они набирали. Значит, мне надо подумать, как набрать эти примеры, хотя... Все их я знаю, некоторые из них это мои собственные фольклорные записи, которые я собирал в деревнях псковских, пермских, новгородских, ленинградской области. Там десятки, сотни записей я, конечно, с этого начинаю, с фольклорных натуральных мелодических ладов. Вот, это во-первых. Во-вторых, надо проверить все партитуры. Я же писал-то летом, у меня не было ни одной партитуры по памяти. Я теперь проверяю. Как ни странно, не очень много ошибок. Не очень. Есть, но не очень много. И я смотрю все. Я смотрю даже оперы Буальдье и оперы Гретри. Все, что я упоминаю в обзоре. У меня есть там обзор, краткий исторический обзор эволюции мелодики. Так мне нужно все проверить. Проверить оперы Люли и так далее, и так далее. Поэтому, ну, через год я посмотрю, может быть, мне сейчас главное провести курс, а затем я хочу отдать его. Я не хочу, вот как, знаете, сыч такой, который, вот это мой предмет, я говорю, противное. Зачем? Я отдам композитору молодому, я отдам стих для композитора. Музыковеду, хотя бы ученику, там, кого, ну, в данном случае я говорил с Андреем Денисовым. У нас есть такой композитор, у Бориса Ивановича Тищенко, он проходил композицию, а вообще он музыковед, доктор искусствоведа. Он обещал мне, так сказать, в будущем году провести для музыковедов, для композиторов. Я хочу, чтобы или Настя Хрущева вела, она согласилась. Все-таки это лучший композитор-практик пусть ведет, который еще такой мелодик не понаслышке знает. А для исполнителей, вот, такой есть Ваня Александров, замечательный и пианист, и композитор. Он согласился. Вот я уже троих нашел. Для исполнителей. То есть найдется фольклорист, с удовольствием дам для фольклористов и для древних. Кстати говоря, они очень активно ходят и очень интересные пишут задания. Я же даю задания. Выходят с звончатыми гуслями, и сочиненную мелодию играют на гусле. Очень хорошо. Потом чудно выступили такой ансамбль, значит, из кафедры древнерусского певческого искусства. Они спели несколько образцов строчного пения, что вообще редко, трудно, так сказать, в церкви этого вообще не добьешься. Там гармонические задачи поют вместо, так сказать, строчного пения. Знамя нараспев. Так что меньше всего ходят музыковедов. Я на них не сержусь. У них свои есть, знаете, педагоги, которые не пустят что-нибудь другое термин, понимаете. Вот. А вот исполнители, они ходят охотно. Ну вот поэтому этот предмет я придаю ему значение. Потому что я должен сказать, что я абсолютно уверен, что после третьего авангарда будет четвертый авангард. И этот четвертый авангард по законам
зигзагообразной эволюции истории музыки, вероятно, именно мелодия, это будет мелодика, будет основным эволюционным выразительным средством, новое, как что-то будет найдено. Ну, как мы вспомним, такое все развивалось от одноголосия до ОКГМа, потом даже чуть ли не до Баха, сложнейшая полифония, но раз, и перешло к гомофонной мелодике, это якобы монодия, драма про музыку, но на самом деле это гомофонная мелодика. И, в общем, так сказать, ведущий голос и, значит, сопровождение и так далее. И так несколько раз было. Потом гармония пошла вперед. Романтическая гармония дошла до Вагнера, до Баха. Потом раз как-то, значит, полифоническая, новая полифония, микрополифония, сериальная полифония, кстати, которую нужно владеть обязательно. Вот. Ну и, наконец, тембр. Так как 150 лет назад мерилом новаторства была гармония, вот если у тебя есть такой аккорд какой-нибудь, ты наш человек, понимаете, это уже, так сказать, современно. Вот. А сейчас это нет, не это. Сейчас нужно тембр там. Может, на одном звуке даже. Неважно, что часто очень один звук все. Ну, мало, знаете, маловато. Даже если это электронный звук, маловато. Ну, вот такое мое мнение.